Ну что, друзья, сегодня мы опять находимся в Завитинском районе, и мы находимся на заброшенных складах ГСМ. Да, вновь склады, но, ребят, мы должны все показать, так как это суть нашего контента — показывать вообще все. Сам объект, я вам скажу, он небольшой, и, скорее всего, этот выпуск получится. Скорее всего, он будет более такой летный. Так что, друзья, погнали! Четкая граница вовсе не граница. Ограждение с дырою – это то же самое, что и полное отсутствие ограды. Людвиг Витгенштейн. Мы из Червонной армии. То есть это маленькая такая деревушка. Просто много кто говорил, что вот я там служил в Червонной армии. Да это же деревушка. Рядом есть заброшенный военный объект. Прям вот чувствуется запах деревни. Прям вот где-то вот недавно лошадь прям чувствуется, либо корова прошлась. Не, вообще хорошо вот так, знаешь, вдали так от города жить в своем домике. Флагом один только дует почему-то. Вот смотри, вот здесь вот зимой сам вот прям ништяк будет спускаться на санках. Вот детская площадочка новенькая. За вот этими сопочками как раз вот и находится заброшенный военный объект. Тоже, кстати, бывшие склады ГСМ. Понятно, что мы уже такое снимали, но в любом случае, как я говорил, что мы должны все снять. Погода, конечно, да, не позволяет полетать. Но, может быть, кстати, не все же, да, еще потеряно. Мы здесь не один час будем. То мы сейчас, может, там поснимаем, и бас, и дождя не будет. Ну, то есть распогодится. Ой, видал, там телефон стоял? Да. Давненько я таких не видел. Я еще не удивлюсь, если карты еще есть. Существуют эти. Вон дом заброшен. Сюда надо... Таксофон называется. Таксофон, да, во. Слушай, прикинь, насколько мы уже древние стали, что даже забываем. Забыли название. Да. В общем, едем мы в федералке. Такое ощущение, что едем по шпалам, блин. Уже давно пора, не знаю, здесь, наверное, асфальт положить, блин. Вот, понимаешь, вот это вот дребезжание, блин, ходовка. Я вообще не понимаю, блин. Так, ну получается, дорога вон на Молчи пошла. А мы с вами едем сюда. То есть это небольшая такая заброшенная воинская часть. И все. А там уже, как обычно, люди будут уже писать в комментариях. У нас же акцент на что взят? Мы показали, нам в комментах объяснили, чтобы все зрители могли еще почитать от людей, которые здесь несли свою службу. Там вот историю какую-нибудь, чтобы они сами вот написали. Так, кто-то форму сушит тут. Вот у нас первое препятствие, мини-препятствие. Да, этот поломанный. А что, мы тут не проедем, что ли? Конечно, проедем. Вышли. Да. Чисто сталкерская футболка.
Короче, я тебе перчатки купил новенькие. О, ништяк. Ну, только надо было себе их оставить и грязные дать. Ты такой добрый прям. Так, ну что, друзья. Тачку, короче, мы оставляем. Как вы сами видите, распогодилось уже. То есть у нас все идет по плану. И мы всю территорию будем обходить пешком. Это не КПП, это... Может, просто мини-казармы было, или нет? Потому что КПП-то там было. Здесь вообще непонятно что. Да. Так что, друзья, это будет такой небольшой сталк, потому что все вы сами увидите, потому что территория маленькая. Опять по помойкам шарится. Знаешь, на ютубе надо как-нибудь это, разбодяжи как-нибудь, знаешь, контент чисто. Поехать в какой-нибудь это. Не бриться, наверное, не месяц. Ну, чтобы это. Никто тебе не мог это как бы типа и узнать. Андрей стал бомжом. Да? Назвать ролик. О, бомж на 3 часа. Как я решил стать бомжом? Ну да, походить по помойкам. Подожди, носки, чтоб сушили. Я думаю, не сопрут. Нормально. Да ладно тебе. Пусть сушатся. Внимание. Вот 4 лапки. То есть у нее каким, ну, другим, ну, или как-то, как это вообще обозвать? Какие-то непонятные. И тут типа такой горбик. И теперь голосом Николая Дроздова. Это гусеница называется так-то, так-то. Но, к сожалению, мы не знаем, как она называется. Поэтому мы просто пойдем дальше. Кстати, вообще мастухана. Это, у меня, короче, на канале же есть короткое видео отсюда. То есть, это мы ехали вот отсюда. Получается, я говорю, смотри сюда, вот даже еще дощечка лежит. А сам не смотрю сюда. То есть как мы сюда и рюхнулись, блин. Задолбались, короче, выезжать. Но на канале есть короткое видео отсюда. Че, клеща нашел? Да, вот он. Одного снял. Кажется, уже парилок, водушняк такой, уже их не должно быть. Ну, смотри, хоть кто-то в заброшке себе домик построил. Там гнездо. Ага. Пойдем, еще вот посмотрим, что тут. Аккуратно только. Не упади в этот раз. Береги себя. В первую очередь смотри под ноги. Окей. Грубо, ну, назовем, короче, что это типа бухгалтерии было. Ага. В плане, допустим, здесь же топливо, машина заправляется, то есть они с федералки здесь по бетонке, тын-тын-тын, там склады, и за складами большая территория, где, скорее всего, автопарк стоял. А здесь, типа, вели учет, скорее всего, в этом помещении. Это мой такой вывод. Предположение. Да, предположение. Я думал, опять штаны нашел. Нет. Да это чехлы, ты на марке какой-то. Ребята, давай, ты вадишь.
Ну, может быть, столовка была. Давай предположим, что это столовая. То есть у нас уже есть оружие. Животин. Указка. Ты думаешь, справишься с большой животиной и указкой? Нет, я просто убегу. Ну, вообще, у меня было, я хоть думал взять лопату. То есть, если мы, допустим, увидим там, не знаю, волка там, рысь там или медведя, то я тебя просто по коленке ударю, сам убегу. Ах ты какой. Ну, как говорится, выживает тот, кто... Сильнейший. Да. Я шучу, ты чё? Я так не сделаю. Ты записал, что ли? Конечно. Слушай, давай, наверное, батарейки переложим в твой рюкзак, чтобы было тяжелее. Чтобы ты, когда убегал, тебе было тяжелее бежать. Так, да? Я думал, реально помочь нужно. Автомобиль как будто проехал, да? Ну. Я представляю, приходим, тачку эвакуировали за неправильную парковку. Вот это хохма будет. Так, ну здесь, скорее всего, что у нас? Автопарк был, стоял. Больше здесь ничего не может быть. Стоп, здесь же молчи рядом. Вот, скорее всего, то, что туда техника ходила, здесь она, скорее всего, дозаправлялась. Скорее всего, так оно и было. Ух ты, смотри. Обитель клещей, бля. Все окей? А? Все окей? Ну да. Вроде клещей нету. Я не хочу залазить. Не полезешь? Я не смогу, блядь, каким-нибудь рюкзаком забрать. Ну, здесь, короче, ничего нету. Фу. Здорово. Здорово, здорово. Как оно? Да ничего вроде. Ты где был? Что видел? Отчесал. Отчесал возле клеща, получается. А он там пару дней кровь чесал. Красавчик, бля. Так это он тебе всякие мысли нагнетал, наверное. Да, да. Самое ночью интересно, что мы даже прививки, кстати, не ставим от клещей. Вот это вот прям большой минус. Да. Слушай, сам ты себе голову ну никак не посмотрит. Когда домой приходишь, быстренько вот так прочитал. Ну вроде нету, знаешь, ничего не упало, знаешь, никого нету. Ёб твою же, блядь. Это кто? Фазан! Что нахрен? Собака! Это не собака, это птица. Вон он! Это разновидность фазанов, фазан-прыгун. Ну. Ладно, погнали, сбились мы чуть-чуть. Отошли мы, точнее, от контента чуть-чуть. Пошли, вот они. Ну и вот. Давай. Вот сюда вот, давай. Здесь смотри, нету, да, как здесь чисто просто вот круг бетона, а там этими были, типа плитами. Но здесь, скорее всего, ну как я предполагаю, что просто большой резервуар сюда вставал, ну не могли они же прям просто сюда вот заливать. Вот где вот этот бетон, считай. Фу, блин. Мне этот фазан так это шуганул, блин. Я же в пот ударился весь. Блин, видно, не видно. Березы, которым лет по 20. Ч
что, опять все снимаешь? Да. Так, ну здесь смотри, не как там. То есть здесь. А здесь такие же, как в этом. На прошлом, возле тура, который, да. Ну тут грохот смякнулся, как нефиг нафиг. Я думаю, сверху будет вообще вид шикарный. Это... Все вот так вот. Жух, 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 и полетел. И теперь ты должен полететь. Ю-ху! Ну? Просто. Получается 4 дырки, вон там находятся бетонные плиты, скорее всего, ну, парковка под автомобили. И можно сказать, у нас остается вот только вот это сейчас обойти, вот эти помещения.
Что нашел? Патроны. Здесь их много лежит, валяется. Вот, смотри, даже вот тут. Интересно, чего это? Большие такие, да? Ну. Ну что, друзья, получился такой небольшой видос. Да, он получился такой более полетный. Я думаю, вам, кстати, нравится вот такой сейчас контент, который мы делаем. То есть не как вот раньше. Я думаю, вы заметили, что все, наверное, поменялось. И, если честно, вот хотел бы спросить, если такой контент интересен, просто напишите, что в таком формате это делать, либо же в другом. Но я думаю, вот эта вся коллаборация... О, фига себе. По поводу, по этому, по жбану. Случайно. Так что это... Так что, друзья, вам спасибо за просмотр. Мы двигаемся дальше. Какая бы заброшка ни была, маленькая, большая, мы все равно приедем и отснимем.